День шахтера на полную катушку, силовой экстрим, казак-шакурес, автопробег, конно-спортивные соревнования и концертные номера ожидали жителей Шахтинска в минувшее воскресенье. Гуляния там развернулись ранним утром и продолжались до позднего вечера. Весь день в городе спутники провела и наша съемочная группа. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым не только Карагандинская область, но и весь Казахстан вырос на глазах, прочно встал на ноги. В Шахтинске отпраздновали День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многочисленной армии горняков. С теплыми пожеланиями и большой благодарностью начало автопробега и самого праздника поставил аким города Шахтинска сержант Аймаков. Поздравляю всех с праздником, Днем шахтера. Днем города Шахтинска у нас этот праздник объединен. Сегодня весь город в ожидании наших праздничных мероприятий. И вам выпала честь открыть, дать начало, дать отмашку этому празднику. После вас уже пойдут все наши культурные, спортивные мероприятия. Спасибо еще раз. На большом автопробеге приняли участие более 50 машин с разных городов и районов области. Украшенные флагами и разной шахтерской атрибутикой, машины длинной колонны сделали большой круг в самом городе, будто давая знак жителям о начале празднования. На площади людей ждали представления силового экстрима. Любой желающий после регистрации мог пройти ряд незамысловатых, но очень тяжелых испытаний. Толкание штанги, поднятие шаров атласа, вес которого достигает 75 килограмм, прыжки на скакалке и многое другое. В конце всех испытаний спортсменов ждали два автомобиля весом более 2 тонн. С помощью 2 тросов участники должны были протащить их более чем на 10 метров. Здесь представлена у нас линия из покрышки около 300 килограмм. Бревна около 50 килограмм, шары атласа. То есть наши сейчас спортсмены, атлеты, ребята у нас сильные в городе. Прокажут сейчас, насколько они мощные и сильные ребята в этом городе живут, в Шахтинске. Кроме этого, по городу и вне его проходили казахские национальные спортивные игры, такие как казах-шакурес, аламан-байге, тай-байге и кунан-байге. Победители всех видов спорта ждали грамоты и крупные спонсорские подарки. Праздничные культурно-массовые мероприятия продолжились в ресторане «Уголек». Здесь состоялась встреча акима города сержана Аймакова с полными кавалерами знака «Шахтерская слава». От чистого сердца поздравить, как уже сегодня говорилось, самым лучшим, самым почетным, самым почитаемым, самым мужественным, много можно говорить, праздником нашего времени. После финального футбольного матча на городском стадионе сержант Аймаков поздравил всех жителей города и торжественно открыл вечерний гала-концерт. Во все времена шахтеры остаются людьми достойными восхищения. Они ежедневно идут на риск, спускаясь глубоко под землю. Выдающихся шахтеров наградить почетными грамотами и орденами вышли директора шахт Шахтинского района и директор угольного департамента Арман Бисимбаев. Шахтерская слава второй степени награждается Давыдов Денис Васильевич. Параллельно с выступлениями звезд, таких как Раим Артур и Иржан Максим, и выступление творческого коллектива Калибайжанова города Шахтинск, наша съемочная группа вышла на площадь, чтобы узнать мнение самих жителей города. Все замечательно, артисты великолепные, поют замечательно. Все прекрасно. Спасибо большое организаторам концерта. Спасибо большое. Всех с праздником. Ну, родственников, я друзей своих уже поздравил. С Днем шахтера, с Днем города. Всего хорошего. Шахтинск – любимый город, моя родина. Я рад за него. Город созидается. Это классно. Хочу поздравить всех шахтеров с праздником. Пожелать им дальнейших таких же успехов, чтобы добивались его уголь и все остальное. Ну и всех остальных людей поздравить с праздником. Поздравляю всех шахтеров, которые работают в этом городе. Дай Бог им, за них процветает город. И здоровья всем, удачи! Горняков с профессиональным праздником приехал поздравить аким области Ирлан Кушанов. Шахтинцев глава региона обрадовал новостью, что с 1 сентября будет начата постройка нового спортивно-оздоровительного комплекса. А также сообщил о начале строительства центральной котельни в Шахане. В Шахтинске на сегодня со стороны местных органов власти
мы решаем многие социальные вопросы. Я вот в прошлом году, стоя на этой сцене, обещал строительство спортивного комплекса. И вот 1 сентября начнется строительство именно физкультурно-оздоровительного комплекса. Шахане начали строительство центральной котельной. По здравоохранению, образованию также решаются все вопросы. Я думаю, эту работу мы продолжим. День завершился под яркими вспышками и грохотами салютов продолжительностью более 5 минут. Дінмұхаммед Аманғазыұлы, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.